Всем привет, ребятки! Вы на канале Duda Play, с вами я, Нубик, и мы играем в Skyblock. Конечно же, быстрее строить что-нибудь. Так, а что у нас с погодой? Вроде бы как дождь намечается, я смотрю. Ух ты, смотри, там какие-то... коровы красные, кровавые коровы, да? Давайте соберем здесь немножко или грибовые коровы, из грибов сделаны. Ладно. А у нас задание такое, ребята, нам нужно до жителя дойти, он там один скучает. О, дерево, смотри, выросло. Давайте соберем деревья, нам нужно материалы. Также, может быть, я печку сделаю. О, еще одно дерево, нифига себе. Сколько много деревьев. О, еще деревья, смотри, да мне везет сегодня. Как хорошо. Это потому что из дерева я могу много чего интересного сделать, хорошего. Так, а что это звук был такой сейчас, только что? А, этот, саженец выпал. Ладно. Дубы мне нравятся. Они ровные всегда. И симпатичные. Давайте посадим. Раз, два, три, четыре, пять. Так, все, посадили. А, вот еще, смотри, есть. Раз, два... А, что, все, что ли, кончились деревья? А, березка у нас есть, нифига себе, у нас есть береза. Круто, 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 круто. Березку, ребятушки, я посажу сюда. О, пускай здесь растет березка. Так, яблочко. А, вот еще, смотри, отросточек есть один. Нормально. О, еще один. Еще один отросточек. Так, мне отросточки эти нужны. Так, мы будем садить. Так, а здесь, почему я так посадил, странно? Нужно было два дерева посадить. Отлично, отлично, ребята. Очень много у нас здесь будет деревьев. Так, ладно. А мы, ребятушки, отправляемся с вами в путь-дорогу. А здесь нужно нам построить как-то лестницу. Я вообще не представляю, как я это буду все строить. Ладно, возьмем дубовые досточки. Так, хорошо. Ну и пошли строить, естественно. Понемножку, потихоньку. А, давайте, ребятушки, посмотрим, посчитаем, сколько досточек нам потребуется до нашего жителя делать. Я не знаю еще пока. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Друг охотник выбегает. Прямо зайчика стреляет. Так, стоп. А чё так высоко-то? Офигеть, ребята. Очень-очень высоко. Что же делать нам? Так, давайте я подумаю. Так, практически я уже дошел. Давайте сделаем здесь пошире всю эту систему. Чтобы я не шлепнулся. Так, здесь сделаем дорожку пошире. И здесь. Хорошо, хорошо. Все хорошо. Вот так вот, уже не так страшно. Ну и давайте, значит, подниматься. Подниматься будем здесь. Прыгаем и подставляем блок. Не знаю, хорошая задумка или нет. Так, подняться. Ох, нифига себе, ребята. Как же ж высоко, как же ж высоко. Просто вообще нереально высоко. Зачем сделали такой высокий остров? О, теперь я слишком... Слишком много я построил. Надо убирать половину. Раз, два, три. А, все, все, давайте строить тропинку. О, тихо, тихо. Ой, чуть не упал. Я чуть не упал, ребята. Ой, мне так плохо сейчас. Мне заплохело просто. А как же спускаться вниз? Как же страшно. Я вообще не представляю. Ладно. Будем здесь жить. А, здравствуйте, здравствуйте. Кто здесь живет? Так, вот у нас житель. Он не хочет торговать, да? А где второй житель? А, вот. О! Так, вы никто не торгует? Вы что, не будете торговать со мной? Ух ты, металл есть. Смотри, сколько всего интересного. Ладно. Так, здесь мне нравится. А, будем расширяться. Причем конкретно нужно здесь расширяться. Так, коров у нас тут много. Так, ладно. Так, пшеничка растет. Что тут еще есть? Морковка. Для кого морковка, я вообще не понимаю. Ага, что тут еще интересного есть? Так, давайте здесь все
Заставим вот так вот все красиво, аккуратно, чтобы было у нас пошире все. Вот так вот. Главное, чтобы здесь... здесь надо это факела поставить, то ночь. Будет ночь, и здесь нехорошие ребята повылазят. Повылазят ребята, нехорошие ребята. Так, давайте здесь все это расширим. Вот так вот, таким образом. И а тут печки нету, да, у вас? Нужно строить печку. Сначала мы делаем верстак. Я сейчас вам тут сделаю улучшение. Я сейчас вам улучшение сделаю здесь хорошее, ребятушки. Так, булыжник. Сделаем... давайте сразу две печки сделаем, почему бы и нет. Поставим печки сюда. И... а, есть у них, смотри, у нас уголь даже есть, прикинь. Ладно. Так, акациевое бревно ставим сюда. А здесь сюда. Все, пускай работает у нас печка. Так, освещение кое-какое маломальское есть. Так, а что, кровати у вас нету здесь? Ни одной кровати нету? Наверху тоже ничего интересного нету. Да что ж такое-то, а ё-моё, подняться-то не могу. Ну, такая вот здесь деревня, ребятушки. Да, интересно здесь живут деревенские жители. Очень интересно живут жители. Давайте посмотрим, как можно еще улучшать будет деревню. Такая небольшая деревушка из двух домов. Как бы. Так, вот это я соберу. Вот это мне пригодится. Я это все высажу опять. Побольше. А, здесь надо расширять, конечно же, территорию. Территорию мы, ребята, расширим. Очень много тыквы растет. Я смотрю, они любят тыкву кушать. Жареную. Жареную, либо запеченную тыкву они любят. Жители. Поэтому тыквы у них много растет на участке. Так, здесь я немножко расширил, с вашего позволения, ребятушки. Жители. А, ну, не сильно большая, конечно. Давайте соберем урожай, что ли? Почему бы и нет? Сразу соберем урожай. Посадим. Подожди, а где... вот они, семена, ё-моё. Так, все, семена мы садим, ребятушки. Хватит так вздыхать. Вот, и у нас еще и семена остались. Так, теперь с морковкой нужно разобраться. То же самое, мы морковку сейчас посадим. А, 55 морковок, нифига себе. Так, тихо, не есть морковку посадить. Вот, еще 40 морковок. Ох, хорошо, 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 ребятушки. Замечательно. А, давайте покормим коровок. Раз, два. Все, давайте сюда. Теленка. О, теленочек маленький есть. Хорошо. Так, теперь у нас коровок станет больше. Романтический ужин мы приготовили. Так, а спускаться, наверное... Я еще пока не придумал, как спускаться, но как-нибудь спущусь. Там надо будет большую-большую лестницу строить. Офигеть. Ладно. Хорошо. Так, что, ребята, здесь у вас еще интересного есть? Чем я могу вам помочь? Угу. Давайте тыкву соберем. Опа, готова одна тыква. А, она просто тыква здесь стоит, да? Надо ее посадить. Надо, ребята, посадить. Для этого мы сейчас делаем мотыгу деревянную. А, семена еще нужно взять из тыквы. Так, ох, 8 семян. В принципе, этого достаточно. И сразу я бы сделал бы, ребята, сразу бы еще факела поставил бы. На всякий случай. Видишь, ночь наступила. Так, ладно. Вот здесь факел пусть горит. Вот здесь вот. С этой стороны тоже домом поставим. Так, вот здесь факел. А, все, факела закончились. Ё-моё. Так, а ну, что у нас там с печкой есть? Отлично. Древесный уголь готов. Ребята, нам нужно еще факела. 20 факелов. Так, вот здесь будет освещение.
Вот здесь освещение поставим. Надо все здесь осветить, чтобы было светло. Чтобы никто здесь нас не стал, не заспамился. Какой-нибудь плохой моб. Так, а ну-ка. Вот здесь по углам тоже я поставлю свет. Ну, в принципе, неплохо. Освещение готово. Теперь можно сделать еще что-нибудь интересное, ребята. А, давайте, знаете, что сделаем? Так, морковка у нас есть. Так, эти уже есть. А, мы тыкву хотели посадить. Конечно же, давайте посадим тыкву. Например, сюда. Вот здесь будет тыква расти. Вот здесь. И вот сюда посадим тыкву. Так, надеюсь, здесь ей тут мешать это не будет ничего. Так, где, куда еще тыкву посадить? Давайте здесь посадим. Так, раз. Два. Три. И сюда. Одну. Сюда вторую. Все, тыквы посажены, все отлично, ребята. Ну что ж, дорогие друзья, если понравился ролик, то обязательно ставь лайк и подписывайся на канал, потому что скоро выйдут новые ролики про приключения нубика. Всем пока-пока.